Глюкофон диаметром 22 сантиметра с гравировочкой. Тут гравировка нот в руническом стиле. Вот он разноцветный, переливающийся различными цветами. Тут и золотистый, и бордовый, и фиолетовый присутствуют. С обратной стороны инструмента есть ножки из натуральной кожи. Настроен глюкофон в тональность хай-джаз в ноту до. Лакировка выполнена с блестками. Давайте послушаем, как звучит. Сначала палочками. Для прослушивания рекомендую одеть наушники для более качественной передачи звука, либо использовать хорошую акустику. Теперь послушаем, как он звучит руками. Этот процесс может занять длительное время, но я не буду тратить ваше время. Так можно увлечься сильно. Такой вот обзор небольшой на инструмент. Спасибо за просмотр.